Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы, Всадники Олуха. Ну что, у нас 10-й день и 30 рун я забираю. Так, Беззубик, что ты мне принес? Ну-ка покажи. Ух ты, 130 рун, спасибо тебе большое. Вот это ты меня порадовал. Так, давай заберем с тобой древесину. Сразу же гром или отправим. И древоруба то же самое. Так, а ты-то что у нас? Прокачался, да? 66 уровень у него. 66. Слушай, можно, в принципе, и дальше начать его прокачивать. Давай так и сделаем. Так, повысить уровень драконов на 30. Окей, мы это сделали, да? Так, ветрокрыл пускай пока летит за ресурсами, так же, как и древоруб. Костолома отправим. Так, а где мои... Ага. Сарделька. Ее можно отправить на обучение через железо, да? 6 железа. Пускай летит. Так, Барсик. Барсик у нас принес рыбу. Что бы мне с тобой сделать-то, а, Барсик? Давай-ка мы, наверное, тебя прокачаем. Лети, тренируйся. Так, Кривоклык. У тебя-то что тут? Ага, ну давай посмотрим. Почему-то я даже не сомневался. Я даже не сомневаюсь, ребята, что мне сейчас выпадет как раз вот эти 50 миллионов древесины. Ну, я так и думал. Это специально сделали так. Ладно. Иди, ага, обучить я его не смогу. Нужно 140 миллионов древесины. Ладно, пускай летит тогда за той самой древесиной. Так, ну а ты, Громгильда, что мне покажешь? Что ты на этот раз дашь? Ну тут, наверное, тусклый янтарь выпадет. Дают самые дешевые, поверь мне. Да ладно, руны. 150. Надо же. Удача на моей стороне сегодня. Так, что, покормить? Ну давай покормим. Жалко, не хватает у меня древесины, их отправить всех на обучение. Так, ну-ка, Беззубик. Что тебе тут заказать? Давай, наверное, отправим его в путешествие. Пускай там летает. А мы с тобой пока пооткрываем паки. Ну, первый бесплатный. Это стандартный у нас идет. Шепот смерти, громобой. Так, ну, опять же, немножко ресурсов. И рекламный. Монетки Одина 6 штучек. И сам пак. Шторморез, Громыль и Кривоклык. Ну вот, в принципе, все. Очень быстро и практично. Так, мы с тобой еще получили награду. Даже две. Значит, будем открывать обязательно. Так, что мне нужно еще здесь? Так, погоди-ка. Давай сделаем так. Этого за древесиной. Так, подожди, вернись. Давай-ка лучше мы его за рыбой отправим. Так, ты что у нас? Какой уровень ты имеешь? 76. Ага, не хватает. Тогда за рыбой. Сейчас мы им всем задачу нарежем. Так, шторморез. Давай-ка за древесиной лети. Где у нас эти? Вот они. 17 миллионов дерева. Маловато на самом деле. Иди-ка обучайся, парень. Так, а эти мне принесли рыбу. Академка полностью уже забита. То есть я туда уже никого отправить не смогу. На обучение пока кто-нибудь не прокачается. 47 миллионов. Ну что, в принципе, пока все. Давай теперь посмотрим, что у нас тут по нашим легендарным драконам. Треска, все дела. Так, подожди, не туда. А здесь у нас листочек. Окей. Здесь обмен. А могу я еще заказать? Могу.
Допустим, мы это сделали. Так, еще у нас есть пак здесь. Ну, обычный. Поэтому мы его открываем. Шторморез. Ужасное чудовище, лаварык. И все. Давай-ка теперь начнем с открытия редкого пака. И, наверное, будем открывать с тобой сезонный абонемент. Погоди секунду, новый сезонный праздник. Так, получить. Так, ребят, нечаянно нажал на рекламу. Так, ну давай, давай, получаем. Еще здесь, да? 50 листочков и 100 тусклого янтаря. Так, мы получаем с тобой одно железо и 50 рун. В принципе, пока все. Так, а у нас еще что-то новое началось, ребят. Ага, ладно. Ну что, а теперь идем в события. Подожди, я сейчас фонарик только найду. Не обязательно, конечно, его уже... Разве этот мне нужен фонарь? Вот этот. Захотел вот этот прихватить. Нет, конечно, этот мне не дадут. Так, ну а теперь события, ребят. События, вот оно. Это у нас угроза, драконий корень распространения. Это событие, наверное, длинное у нас. Да, довольно длинное. Так, драконий корень опять пошел в рост. Нужно его искоренить, чтобы ни один дракон больше не пострадал. Так, подожди, мне нужно вернуть мой старый состав. Потому что таким я явно не пойду, это уж точно. Так, секундочку, я уже забыл, кто у меня был. Ага. Шторморез. Так, и Барсик. Где у меня Барсик находится? Вот он. Что-то, по-моему, неправильно я расстановку сделал. Ладно, посмотрим. Значит, первая награда — это у нас 600 тусклого янтаря. Сейчас посмотрим, как они стоят. Шторморез. У меня шторморез должен стоять здесь первым. Так, ну что, приступим потихонечку. Две волны, как мы видим, пока здесь у нас. Так, Громль начинает буянить. Кусаем. Так, захиляемся. Ну, давай хил сделаем. Я на самом деле думал, что мы с тобой злобного змеевика сейчас уничтожим, но не вышло. Так, минус. Поехали. Сейчас будем Громоли с тобой разбирать. Сейчас фаербол запустит 100% тебе. Ай-яй-яй. Так, и добивка. Ладно, так сделаем. И Кривоклык его уничтожаем. Переходим на вторую волну и смотрим, что у нас тут. Водорез. Так, нам, наверное, надо начать вот так вот. Поехали бомбить водореза. Промахнулся, так и надо. Ну, что ты там хочешь сделать? Повышать себе атаку. Хорошо, сделаем тогда вот так. Ну что, успеем добить? Да. И остается у нас с тобой злобный змеевик. И все они, причем заметь, повышают себе атаку. Все. Все вот эти три дракона, они могли делать повышение атаки. Так, друзья мои, крутим с вами колесо удачи и смотрим, что нам здесь выпадет. Понятно, 25 миллионов рыбы. Почему-то я этому не удивлен. И забираем с тобой 600 тусклого янтаря. А дальше у нас получается поединок. И опять же... То есть два поединка будет холостых. Потом только мы заберем пак. И доберемся максимум это до 1500 тусклого янтаря. Ого, командочка, а почему они так вместе стоят? Они вот порознь. Хм. Причем громобой у нас идет под стража. Ну ты понимаешь, да, к чему я это говорю? Разбирать мы его сейчас не будем. Я в этом, по крайней мере, не заинтересован. Мне надо бомбануть шепот смерти.
Так, сейчас пшикнет, да? Ага, слабенько пшикнул, но все равно неприятно. Поехали. Теперь громобой. Громобой это обычный. Но, видишь, фиксирует. Фиксирует барсика. Есть. Так, на второй волне нас встречает пестиголовый плюс шторморез такой вот электрический. Действительно, как он и должен выглядеть. Шторморезом. Ух ты, ничего себе. Вот это мы ему прописали. Эх, мог бы он его, конечно, добить. Ну что, пристеголовый, у тебя просто двойная атака, не более. Так, а мы с тобой сделаем вот таким вот образом. И, наверное, добьем. Нормально. Ну что, очередной наш очередное наше колесо. Так, прилив сил. Прилив сил, это, кстати, хорошо. Но, опять же, смущает то, что, ребят, когда нам дают вот эти вот приливы сил, да, плюс груши, такой намек, что будет босс. Будет босс здесь очень жесткий, на котором можно все это, в принципе, сливать. Здравствуйте, вообще одного поставили. Что это за угроза такая, я не могу понять. Ну, скорее всего, так и должно быть, ребят. Они делают вначале потихоньку-потихоньку, а потом, ближе к концу, будут такие финты выдавать, что мы просто фонареем. Так что я пока не удивляюсь ничему. Так, вот эти вот самые злобные, блин. Давай, наверное, так вот все-таки сделаем. Потому что я Громоля замучаюсь бомбить. Он тем более страж у нас. Спасибо тебе, Кривоклык. Очень хорошо критует. Так, ну что, теперь, наверное, все-таки Костолома. Поехали. Так. Сейчас прилетит фаербол. Наверняка от Громоля. Или этот будет разбег делать. Сейчас что-нибудь зарядит. Промахнулся. Ладушки. Этого в минус. Этого будем потихоньку бомбить. Он сейчас точно прилетит, да? Ха. Почему-то он не делает этого. Не знаю, ребят, с чем-то связано. Атаковать он не хочет своим суперударом. А зря. Так, ну что, очередная рулетка наша. И выпадает нам здесь опять же 25 миллионов древесины. Так, ну что, забираем пак, получается, да, вот это вот. Ну, как я тебе и говорил, мы с тобой максимум дойдем это до 1500 тусклого янтаря. Потому что две энергии. Раз, два, ну да. А всего у нас будет три попытки. Три попытки для того, чтобы пройти. Я имею в виду, 15 энергий нужно слить, чтобы пройти это событие. Так, ну что, здесь у нас опять же дымодышащий, да? Один. Пока он здесь один. Опять же, ребята, обидно, что я не вижу уровня. Уровня наших противников. Мне это напрягает. Так, уничтожаем. Здесь две волны. Кто у нас тут? Скалотряс, Хофер, Крылатый Ужас. Замечательная команда. Лучше, блин, не придумаешь. Так, сейчас посмотрим, что... Ё-моё. Так, этот сейчас звезданет. Причем очень больно будет. Теперь Хофер. Ну, а потом мы. А мы с тобой захиляемся, да. Лучше все сделать так. Добиваем скалотряса. Так, Крылатый Ужас делает свою заморозку. Что у нас Хофер делает? Ну, понятно. Так, наверное. Вот кританё... вот он не любитель, ребята, критовать. Поэтому давай, наверное, так все-таки сделаем. Уклонение. Промахнулся, короче, да, парнишка. И добиваем. Все. Ну-ка посмотрим. И здесь нам опять древесина. Опять эта чертова древесина нам выпала. Ну что же, двигаемся на последний на сегодня поединок. Прогресс 25%.
Всего лишь 25%. То есть четверть. И музыка исчезла. Я, кстати, вот заметил, они с этим обновлением, друзья мои, как-то вот... Обновление само по себе хорошее, да, я не спорю. Но очень много багов появилось в игре. Вылетать она стала меньше. Но вот именно вот эти вот недочеты, вот уровень где, да, противников. У нас, например, нету раньше... Сейчас тебе покажу, когда мы пройдем. У нас раньше же были ежедневные задания. Сейчас их нету. Они исчезли. Они сейчас вот именно идут вот в этот вот абонент. Или абонемент, как это назвать даже. Наверное, абонемент. То есть, который мы с тобой разыгрываем. Который можно купить. Випку можно не купить. Вот. А раньше у нас здесь вот на нижней панельке был кораблик, да? Именно там мы с тобой делали эти ежедневные задания. А вот после обновления они немножко все поменяли. Уж не знаю, хорошо это, плохо, но... Поиграем, дальше будет видно. Так, ну что, Громли, будет, наверное, сейчас фаербол, да? Нет? Нет, он не стал делать. Значит, мы с тобой успеваем залечить раны. Плюс ударить. Куснуть. Ну и, наверное, мы будем его уже все-таки добивать. Нет, твое вот это усиление тебе уже не понадобится. Все. Ну что, очередное колесо. И забираем мы с тобой уже рыбу на этот раз. 50 миллионов. Все. И забираем с тобой 1500 тусклого янтаря. Все, спасибо. Значит, вот мы, ребят, с тобой сюда вот переходим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8, 9, 10. Да, я тебе говорю, еще два разика нам придется подраться. Так, а я сюда, кстати, не заходил же, да? Ого, это что это такое? Что новенькое? Такого не было раньше, не видел я даже. А вот это вот... Вот раньше у нас вот здесь вот были, понимаешь, ежедневные задания. А теперь они вот сюда их перенесли. Так, ладно, давай мы с тобой, наверное, откроем вот этот вот загадочный... Набор. Шторморез, чудовище, престиголов. Ну, в общем, все по стандарту, да? Слушай, что, отказаться, конечно. Я же хотел этого прокачать. Блин, а я не смогу его прокачать. Мы постоянно забываем с тобой качать нашего этого. Да-да-да, именно его. Обучить. Так, что-то можно ускорить. Ладно, фиг с ним, давай мы это сделаем. Сарделька у меня получает 81 уровень, а мы с тобой отправляем туда. Блин, этого еще как-то надо урчамене прокачать. Ну, попытаться, по крайней мере. Так, давай-ка ты, родной, полетишь. Нам нужно скорее получить какой? 46 уровень же, да? 46 уровня он может летать уже потом в приключения. Вот оно, откроется у нас. Так, ну здесь мы все с тобой выполнили, что могли. Всех отправили. Куда только можно и нельзя. Ага. Остается только одно, ребят. Мы можем с вами сейчас еще по-быстренькому набить один пак. Так, все лесопилки заняты, понял. Все прекрасно, я понял. Давай, наверное, быстренько с тобой наберем один пак. Ну, короче, сыграем до пака вождя. Чтобы получить пак вождя, нужно сыграть 3 поединка. И чтобы в этих 3 поединках хотя бы 2 мы с тобой ушатывали. Так, здесь, как ты видишь, старая моя команда. Точнее, новая команда. И вот я не знаю, что... Ох, ё-моё. Фига он кусанул. А ведь они сейчас 100% будут бомбить именно... Ха. Именно сардельку. Вот на нее бы отражение повесить было бы вообще топово. Вау. Так, а что это у нас? Ну-ка. Ага. Под гипнозом тоже не есть хорошо, на самом деле.
ты смотри, что творит, а. Куда будешь бить? Да ладно. А таким? Блин, таким не ушатываем. Вот эти только сожгли. Что-то мне подсказывает, сейчас нас тут распишут. Это сейчас будет разбег делать. В кого только? Неужели? Да, ребята. Ну, я не знаю. Тут, получается, опять будет этот делать свой разбег. А, ну да, будет. Две энергии дается. И сейчас прилетит кому? Оу, щит. Ну и как я буду этого Громоля бомбить? Скажи-ка мне на месте. Он зеленый, да? Он как раз имеет силу против фиолетовых. Ребята, у него очень мощная атака как раз именно против нас. Так что вряд ли у меня здесь получится с ним справиться. Сейчас что-нибудь сделать или... Мы ничего не сможем сделать. Ничего не можем... Я не знаю, почему мне... А, энергия, ну все, все. Все, он сейчас добьет меня. Хотя... Да ладно. Вау. Это просто фарт какой-то. Блин, я хотел поменять себе команду и забыл, прикинь. Твою налево. Вот теперь придется страдать. Блин, раскатают они меня. Костолом почему-то очень, ребята, слабый. Я думал, что он будет посерьезнее. Баба, ну ты посмотри. Что это такое, а? Не знаю. Трындец, короче. Они сейчас раскатают его. Этот еще тут лезет. Давай масуху. Да. Что будет, если я сделаю вот так вот? Надо нам вот этого шитика как-то по-быстренькому завалить. Это понятно будет отхиливаться. Что этот будет предпринимать? Окей. Сделаю вот так. Естественно, добьем. А этот будет замораживать. Так ведь? На наше счастье, он не успел. Так, поэтому давай его в гипноз. Не гипноз это, ребят... В общем, он ничего не сможет делать по своему велению. Ща... Ох ты. Давай тогда мы ему понизим броню еще ко всему прочему. Чего? Ты давай, парнишка, завязывай-ка эти фокусы мне тут. Если бы он был бы еще бы на уровне 2-3. Да чтоб тебя прокачал. Он был вообще, наверное, топовым, ребят. Он броню на себя повесил. Слушай, он заколебал, если честно. Так будет хиляться? Нет. Пошел бомбить. Вот это вот мне и надо было, чтобы он пошел в атаку. Так. В плане? Как ты, гад, увидел? Он же был под гипнозом, друзья. Какого лешего он творит? А? На, гаденыш. Сейчас кому-то... Он хиляется опять. А, ну ты посмотри. Так, смотрим, кого он сейчас будет атаковать. Но. Нет, он хиляется, а? Ты посмотри. Давай, давай, сардельки, успей его добить. Есть! Он уже хотел, ребята, на ничью выйти. Он хотел выйти на ничью, но не тут-то было. Так, ну что, ребята, мы с вами получили, во-первых, редкий пак. Ну, а во-вторых, вот он, пак вождя. Громоль, шторморез, кревет, громобой защитник и сарделька. Вот так вот. Откройте два набора жетонов. Ну что, заберем с тобой еще здесь награды. Ну, в принципе, все, друзья.
Так что будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!